Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Гості студії». Я з задоволенням пропоную вам приєднатися до нашої бесіди. Сьогодні гостями студії будуть зірки, які вас запросять на виставу в Український театр, яка відбудеться 2-3 березня. Але для початку давайте поспілкуємося. Отже, разом зі мною в цій студії Владислав Котлярський, Володимир Фекленко, Олександр Бобров. Вітаю вас! Вітаю вас в Одесі. Я знаю, що ви не перший раз у нашому місті. Які враження на вас справляє Одеса, коли ви сюди приїжджаєте? Що вам тут подобається, що не подобається? Я от одне слово не зрозумів. Враження. Впечатлення. Впечатлення. Я знаю український язик, я розумію сходу, я поліглот. Як собачка ти, говорити не можеш? Понимать, говорить ничего не могу. Но мы любим Одессу, мы любим Одессу. Да. Я каждый раз признаюсь ей в любви. Она гостеприимная, обаятельная, творческая какая-то. Я сегодня весь день напеваю одну песню из группы «Чиж», которую Вова недавно спел в рекламе в качестве рекламного предложения прийти на наш спектакль. Вот можно перевести ее на украинский язык как «Посмехаясь дюку». По бульвару ходжу. Вот хочется улыбаться этому городу, хочется, когда ты попадаешь в атмосферу дружественную, какую-то светлую, бурную, открытую, бурную. Невозможно интересные люди окружают нас благодаря нашим прокатчикам Саша Гене. Вот. Правда, ты понимаешь, что это же не Одесса, это кладезь информации, кладезь впечатлений, которые просто не заканчиваются. Это очень приятно. Мы обожаем вас, одесситы, мы обожаем этот родной город Одесса. У меня такая формулировка есть, знаете, рабочий приезд в Одессу почему-то овеян легким флером каникулярности. Так. Будь ласка, українською, можна сказати, що таке канікулярність? Що це таке? Що це таке? Holidays. Ви привезли цього разу виставу. Я вже сказала, що 2-3 березня в Українському театрі о 19-й годині, якщо я не помиляюсь, ви будете на суд одеського глядача представляти цю виставу. До речі, як вам одеський глядач? Кажуть, він такий дуже, знаєте, прискіпливий. Последнее слово не понял. Придирчивый. Слушайте, вот у меня был эпизод ровно месяц назад. Мы играли спектакль «Доктор знает все» в музыкальном театре. И произошел форс-мажор. Алексей Макаров, там были кошмарные снежные заносы в Москве. Он опоздал на самолет, и он летел через Стамбул. И приземлился в Одессе только без 20:09 вечера. Ребята, наши организаторы, всех зрителей сумели оповестить. Все зрители с пониманием отнеслись к этому моменту, к этой ситуации. И спектакль начинался только в 9 вечера. Не было ни одного свободного места, никто не сдал ни одного билета. Одесские придирчивые зрители в 9 часов сидели. И когда Алексей вышел и искренне извинился перед всеми, прям попросил, прям повинился даже, попросил прощения, то встретили это просто исключительно приветливо, доброжелательно, с пониманием. И на одном дыхании спектакль прошел. Поэтому, не знаю, мне кажется, что в Одессе очень добрый народ, как говорится в той же песне. А если, например, это придирчивый народ, они сидели и думали, нет, ну я не могу пропустить это фиаско, я дождусь. Чем созвучить-то, так? Вы знаете, в Одессе есть такая фраза, одесситы так кажут, так? Если ты прошел в Одессе, ты пройдешь скрізь. І тому, і кажуть, що глядач дуже прискіпливий, і у мене, до речі, був в ефірі директор Київського цирку, і він сказав, коли ми робимо програму і відчуваємо, що вона трохи не дотягує, ми її не веземо в Одесу, бо ми знаємо, що ми там ніякі кошти не заробимо, а якщо ми відчуваємо, що це клас, перше, що ми робимо, ми веземо її в Одесу. Ви щось хотіли сказати? Следующий вопрос. Я хочу запитати, що це за вистава? Ви втрьох, так? Як кажуть у рекламі, ви напередодні жіночого свята якісь розкриваєте таємниці чоловічі жінкам?
У меня проблема с последними словами, я понял. Тайны. Тайны женщины. Да. Тайны мужские же, да. Ну да, конечно. Наверное. Что мужчины, в общем, не так грозны, монументальны, что у них есть тоже чувства. Я это же разумею. Что они тоже маются, страдают, плачут. И, в общем, что мы не такие уж крепкие. Ну и слава Богу. Ну, есть місце кохання в цій виставі? Из-за кохання все це і робиться. Так. Так, то я что... в каком-то аттракционе. Язык. В нашій виставі є три персонажа, два із них брати. Так. Хто ці персонажі з вас? Це я і Вова Федоренко. І наш друг Владислав Котлярський, який приходить, щоб ми йому допомогли. Але в кінці все це так. Сейчас, давайте я на русском. Так, что, так, так, чтобы так. Не импровизировать. Все поворачивается. Ну, ты уже выдал свое существо. Поэтому, да. Просто у меня некоторые слова уже, к сожалению, всплывают не так быстро. Поэтому вот. И мы пытаемся помочь нашему другу выбраться из сложившейся ситуации. Все из-за любви. Потому что любимая женщина перед его отъездом на работу, она ему сказала: поезжай и подумай, вместо того, чтобы сказать: поезжай, я тебя люблю. И вот одно слово, которое не прозвучало, практически перевернуло всю жизнь человека, который думал, что он крепко стоит на ногах. Но женщина одним словом, даже отсутствием этого слова, она заставила мужчину задуматься, все ли так хорошо, как нам кажется. Вот, поэтому все-таки, ну, да, мы, знаете, обсуждаем. Она еще сказала, что если тебя неделю не будет, она не очень-то будет скучать. Ничего страшного. Скажите, будь ласка, дуже важко тримати увагу глядача лише чоловікам. Я так розумію, жінок в виставі немає. Ми не думаємо про те, чи тримаємо ми увагу, ми думаємо про те, чи тримаємо ми увагу друг друга. Так. Да, це для нас важніше. А звідки? Когда у нас є взаємні якісь перипетии, когда мы слышим, видим друг друга, это как следствие интересно зрителю. Вот. Если что-то происходит внутри не так, тогда и зритель начинает скучать. Лишняя пауза означает, что ты не органичен или не последователен. Вот самое главное здесь просто видеть друг друга. Вот из всех, кто употребляет все-таки свой язык и русский язык вместе, органичнее всех армяне. Они прям так переходят внутри одной фразы с армянского. Они только ругаются по-русски. Мой друг Амаду, у меня есть друг алтаец, актер известный, Амаду Мамадаков. Он, когда на своем алтайском разговаривает, это очень смешно. Да? Кишдир-бир-дир-дир, девятый этаж. Лифт. Ну, у них нет лифта. Откуда в горах лифт? Я такого слова не может быть. Да. Ни девятого этажа, ни лифта нет. До речи, скажите, будь ласка. Вот так, осетин нас говорит. Эй, а ну, я тебе колено прострелю. До речи, я хотела запитати. Ви переходите на українську мову. Звідки ви знаєте її? Я родом з Херсонщини. Так. Зовсім недалеко від селя живе моя бабуся, по якій дуже-дуже скучаю. Сумую, так. Сумую, скучаю, можна і так, мені так кажеться. От. І я дуже хотів би приїхати до неї, але дороги зараз не дозволяють погані, мені так, просто так добратися між двома спектаклями, виставами. Так. І дуже багато друзів там залишилося, Дніпропетровські. Можна, в принципі, поїхати, але мало часу, сумую. От по цьому я сумую. А скажіть, будь ласка, я знаю, що, можливо, я помиляюсь. Я знаю, що ви стали відомими завдяки серіалам. До речі, яке у вас відношення до серіалів і дивитесь ви їх чи ні? До речі, серіал, в якому ви знімалися, дуже відомий. Ви його дивилися? Відомий. Известный. Смотрели мы, да? Я правильно понял? Да. Смотрели да ли сами мы все правильно. То, в чем снимались? Так. Ну, смотрели. Ну, я не все. Ну, не все, но какие-то вещи смотрели. У нас бывает процессуально, когда, например, режиссер делает серию, и у него была какая-то интересная задумка, мы даже несколько раз вот собирались. Первую часть для саги я смотрел, вторую часть саги я смотрел меньше. Ну, я обошел. А были такие, когда вы дивилися, были такие думки, ну, я бы эту сцену сделал трохи иначе? Еще, конечно. Как же, в принципе, я могу сказать, ну, про себя точно, я не знаю, как ребята, я вообще учился профессии актера
кино или телевидение, по сути, на этой работе. Это была первая такая большая масштабная работа, когда ты практически там изо дня в день занимаешься этим делом и, естественно, учишься. Поэтому на тот момент это было принципиально для меня важно смотреть, как, что получилось, что нет, что, что есть хорошего, а что нет. Еще как другие работают. Как другие работают, потому что там хороший актерский коллектив был, и, в общем, можно было за любым наблюдать. Когда человек знает свои недостатки, а их можно увидеть на экране, тогда хотя бы есть возможность с ними побороться. Если... Но, скажем честно, вот что касается меня, я не люблю, например, слушать свой тембр голоса или вокал где-то снаружи. Ну, это нормально, общепризнанное такое мнение, что человек слышит себя внутри по-другому, чем снаружи, когда слышит, как слышит его другие, он просто изредка даже люди бросают профессию вокалист. Вот. То же самое происходит, наверное, и в нашей профессии. Вот я недавно посмотрел, что ну, есть недостатки. И вот если ты вспоминаешь о них в какой-то момент, можно с ними побороться. Угу. Излишняя мимика, например, театральная мимика, она все равно другая, чем телевизионная, киношная. В кино нужно играть. В кино нужно играть. Я так играю, что у меня большинство знакомых думает, что он сейчас умрет там на площадке. Я сейчас от разрыва лица. Я просто даже вам, по-моему, не успел рассказать. Я был на пробах у нашего режиссера Тимура Алпатова, который снимал вот тот самый известный сериал. И сейчас он историческую работу начинает снимать. Я был на пробах, и мне приклеили бороду, приклеили усы, парик сделали. И я стал, ну так, перед зеркалом в гримерке стал проходить текст, и вдруг я понял, что... Я не имею права на свою привычную мимику, которой, ну, уже есть у меня какие-то, да, пристройки, там, как я сейчас эту фразу скажу, как эту. Я просто не имею права, потому что как только я просто чуть-чуть приподнимаю брови или делаю улыбку, это наклеенные бороды и волосы, они превращаются в... катастрофическую гримасу, просто катастрофическую, ну, как бы, что это сразу рушит все, то есть я должен быть, ну, с минимальным выражением, минимальным движением на лице это говорить, и, а как, вот, ну, вы говорите, да, смотрите вы это или не смотрите, я бы смотрел на это, потому что только увидев это, я могу понять, как дальше с этим взаимодействовать, как дальше произносить текст в таком образе, ну, правда, мне ничего не получилось, меня не утвердили. А скажите, пожалуйста, меня даже не позвали. Да? Скажите, пожалуйста, а в яких проектах вы ще задіяні? Що ми зможемо ще побачити? А можливо, ви десь знімаєтесь? Мене нигде. Скажу, где, где задействовано. Да. Ну, ты просто не знаешь, когда это выйдет, что сейчас в процессе. А вышел у вас про вертолетчиков? Ты не знаешь, про вертолетчиков не вышел. Вот пока должен был 25 числа, очень хорошая работа. Ну, пока еще не могу ничего сейчас о ней сказать, из-за того, что это пересекается немножко со своими, с моей семейной трагедией, и мое желание было сниматься в этом проекте было немного отчасти связано с этим, поэтому я очень хотел... Скажи про что хотя бы? Про Афганистан, про вывод войск и про то, что происходило в то время на территории Афганистана, все связанное, опять же, с дружбой и... Война – это всегда ужасно, в общем. Но желание поработать там было серьезное. Поэтому, если оно выйдет, я очень хочу, чтобы это вышло. Скажут, и очень часто, пока рабочее название ППЖ, оно еще это. И очень часто происходит так, что меня лично радует то, что я могу после выхода позвонить бабуле, мы с ней очень редко видимся, к сожалению, к моему огромнейшему сожалению, вот. Я звоню бабуле, и она хотя бы сможет так вот, хотя бы через экран, периодически встречается с внуком. Очень люблю бабулю. Так, у вас какие планы? Ну, есть небольшие пока проекты. Один называется «Сила обстоятельств», другой... Я не знаю, как называется. Еще. У другого даже нет рабочего. У другого даже нет пока рабочего названия. По утрам люди могут... смотреть, как я с собачкой бегаю. У вас? Как собачка, у вас как собачка раскрывает преступление. Собачка, как собачка раскрывает преступление, а я за ней бегаю следом. Это тоже известный сериал. Так, да. Так, наверное, знаете, как он так называется. Как зовут этого космического пса? Так. Как я его называю.
Да! Но уже почти заканчивается эта сага моя, потому что вот я отснялся в одном сезоне, в 100 сериях. Я год прожил в городе Минске и принял решение не продолжать дальнейшую работу, потому что тяжело мне разрываться было. Ну, я знаю, що в серіалах, коли зникає головний герой, його вбивають, так, наскільки я розумію? Ні, я бросив його, предав цього четвероногого друга і уїхав. Я дуже люблю тварин. Ви знаєте, коли я дивлюсь якісь фільми, де знімаються тварини, мені їх так жалко. Білий бим, чорне вухо, я виключаю зразу. Просто не можу. Те ж саме. Я не можу, коли тварину мучують. Мені так кажуть, ця собачка, вона хоче їсти, їй потрібно щось там робити, знімати. Дуже важко з твариною зніматися. Тварина ж завжди переігрує актора. Ну, майже завжди. Майже завжди. Мені кажуть, тут говорять, що ніфіга не переігрує. Мухтар вас не переіграв? Ні. Ну, вы знаете, это вообще это сложно, просто потому что там это огромный объем, который приходится за день выдавать, в том числе и Мухтару. Да. Вот. И я же не знаю, когда еще раз. Я запытывала, переиграл ли вас Мухтар? А, наверное, нет. Ну, как он переиграл? Наверное, образование. Наверное, я придумываю ему жизни и придумывал ему жизни гораздо больше, чем было написано. И в разнообразии взаимоотношений. Потому что, по большому счету, собачка все-таки выполняет то, что я ей говорю. И делает то, что даю ей команду. Я или кинолог, который с ней работает. Нет, слушай, и мои команды тоже. Вот. Все-таки собачка не будет никого кусать в жизни, потому что ей так захотелось. И, правильно обученная. Да, ей говорят... Давай вперед, и она тогда. Нет, для нее это игра. Для нее это лучшая игра. Это самая лучшая. Покусать, да? Покусать это самое вообще, это самое обожаемое, что может быть. Только они джайв. Принесите мне следующую серию. Как нет? Позвоните сценаристу. Влада, ви знялися в дуже відомому серіалі, у вас була одна з головних ролей. Ви так вжилися, що, ви знаєте, я сьогодні їхала на роботу, і я казала, що навіть мріяти, я вам казала, не могла, що зустрінуся з вами. Бо одне діло, коли ти вдома дивишся серіал і розумієш, що зустрічі ніколи не буде. Так? Це якась така для мене такий подарунок. Ви настільки вжилися в цю роль, що мені дуже важко вас сприйняти якоюсь іншою людиною. І скажіть, це такі, не лякайте мене, це такі штамп, штамп це неправильно. Вам, мабуть, дуже важко в творчій професії проходити проби якісь, бо вас усі позиціонують з цим героєм. Чи це не так? Що? Тяжело ли тебе на других пробах? Я могу сказать, вы так вошли в образ, Влад. Ну, только приходите сегодня или 7-8 числа посмотрите. 7-8 июня. Июня. Да. 7-8 отличный июня. Ответ. Да? Отличный ответ. Да. Вот, Влад, прям молодец. Нема таких трудностей, когда идете на какие-то пробы, что вас будут бачить лишь такого? Если честно, А может, пропонуют лишь такие однотипные, знаете, роли? Нет. Есть, если честно, сложности, но они связаны, когда приходят похожие сценарии. Не сценарий, похожий персонаж прописан. То есть, если я жесткий, агрессивный, то вот уже наработанные навыки, они всплывают. И как-то вот от этого избавиться, я заметил, тяжеловато бывает. Это если похожий персонаж. Глядач, он вас, знаете, уже позиционирует с вашим героем. Судьба такая актерская. Это такий, вы не боитесь, что в таком амплуа можно залишиться? В кино. Да нет, я-то, в общем, можно позавидовать. Я могу себе позавидовать, что такая роль случилась. Это вообще редко бывает, когда вот так попадает. Я надеюсь, что будет какая-то другая хорошая роль. До речі, ви знаєте, ви дуже феноменально її зіграли, тому що я згадую кадри і ваші, скажімо так, крупні плани, да? Мені навіть здавалося, що ви втрачали самоконтроль. Что с самоконтролем? Теряли самоконтроль. Самоконтроль терял.
Можно я отвечу отчасти на этот вопрос? Как говорил Раневская, и падаю в оркестровый. Да, она говорила, если бы я бы... Душенька, если бы я забывалась, я бы... Жила на сцене? Да, я бы падал в оркестровую яму. В случае с Владом, можно сказать, что и он в жизни добрейший души человек, прекраснейший друг, и ему... Какое-то время он подходил к нам с Борей Покровским и говорил: как вам удается играть этих глупых персонажей? Как вы это делаете вообще? При всем при этом, когда наступали его сцены, он прятался от всех подальше, заходил куда-то, и мы видели лично, как он накачивался в течение 10-15 минут, просто загружал свое внутреннее состояние и утяжелялся на глазах, на моих, Владюха. Да, я тоже собачила. Владюха утяжелялся настолько, что ты понимаешь, ну вот каждый свое. Это очень важно было сделать. Я пользуюсь тоже таким приемом, бывал, смотря что играешь. Нужно какое-то время, чтобы понять, найти в себе некие нотки либо души, либо нотки пластики, которые тебе позволят сыграть ту или иную работу, в зависимости от того, какой менталитет у конкретного человека, какое мировосприятие и все связанное с этим. Потом... Более легкий человек, даже, ну, как говорится, Андрей Миронов... Ну, на легкого жизнь... тоже надо настроиться. Да, да, в жизни... надо себя... Да-да-да. В жизни он танцевал, говорят, очень плохо. Вот. Но вы посмотрите, что происходит на экране. Я бы в жизни не подумал, что у него нет танцевального образования. Откуда в нем берется этот весь гелий? Он что, накачался им, что ли? Когда вот он летает. Гелий. Какой образ неожиданный. Ну, вот так вот всплыл. Это по-украински ты что-то сказала. Гелий. Гелий, да. Я такой химичный элемент. Гелий. Скажу потом. Трохи легче, чем по витре. Вот. Для этого нужен какой-то кропотливый труд. Кому-то хватает 20 минут, кому-то хватает 20 секунд, а кому-то... недостаточно и 20 дней, опять же, пока не найдешь. А кому-то 200 лет? Опять же. Скажите, це правда, що серіали знімаються 24 години на добу? Ні. Що ви там живете? Ні. Ні? Є десь... Це брехня. Невеличка... Ви впали в оркестрову яму. Невеличка перерва на 8 годин. Так, воно так. По контракту. Так. Як 8? Ну, ізрідка 10. Перерив? Перерив. Вот, чтоб ты приехал домой, успел принять душ. 12 часов, по идее. Не всегда, 10. Смена 12 часов. 12 смена 12 часов. Смена 12 перерыв, 12 часов. Перерыв 10-12 часов. И минимум 10, если есть переработка. По-разному. Нюанс. Не 8 же. Ну, значит, я преувеличил как минимум. Так. Ну, час домой, час на работу. Да-да-да, именно так домой. И происходит. То есть, как бы человек должен как минимум хорошо пахнуть вот после вчерашнего дня. Съездить домой, принять душек – важная штука. Желательно гель. Физиология – наш конек. До речі, ви теж знімалися в цьому серіалі. Ви знаєте, ну, така специфічна роль. Ну, можливо, є такі люди, так? Но ви знаєте, коли навіть я дивилася цей серіал, у мене, знаєте, я взагалі чекала, коли ви з'явитеся. Бо ви знаєте, як знаєте, знімали стрес. Коли дивишся дуже такі важкі сцени, і тут з'являєтеся ви, з яким, щоб не траплялося, якесь лихо, якась біда, але він завжди посміхається. Ви знаєте, я була дуже в захваті. Я не можу казати про весь, скажімо, серіал, але деяких акторів і їх роботи, ви знаєте, дуже запали в душу, і я буду це пам'ятати все життя. Бо я вам хочу сказати, є такі люди, які, знаєте, так відносяться до серіалів, ті, ну, та що ти гаєш час, ну, знаєте, для мене це, ну, я не знаю, я люблю. І я люблю, коли дуже гарні актори і дуже гарно роблять свою роботу. І ви, до речі, всі зірки цього серіалу, я думаю, що запали в душу глядачам своєю роботою, такою різноманітною, такою важкою. І тим не менш, нам приємно, приємно мені, приємно, я думаю, що всім одеситам, які сьогодні прийдуть до вас на виставу, я хочу, щоб ви наприкінці програми ще раз запросили їх на виставу, яку ви привезли в Одесу. Так. Ми вже сьогодні говорили про те, що ми привезли. Ой, а я зараз скажу, ми буквально 2 години назад почали розбирати названня нашої вистави «Егоїсти». І зрозуміли одне, що російською вона звучить як «Егоїсти». І ми становимося самолюбивими лічностями, які зайняті тільки собою.
Но, разобрав название по-украински, получается эгоисты. Сегодня мы при вас будем пожирать собственное эго и искать в себе нотки человечности. Вот. Сегодня мы постараемся сделать все для того, чтобы вам, дорогие наши зрители, понравился этот спектакль. Мы искренне будем рады видеть вас, так же, как, собственно, искренне будем рады еще раз сыграть хороший, качественный спектакль. Дякуємо. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні гостями програми були Влад Котлярський, Володимир Фекленко, Олександр Бобров. Вони привезли в Одесу виставу, яку ви можете побачити у 19 годині 2 та 3 березня о 19 годині. Отже, запрошують вони, запрошую я. До побачення. І вам велике дякую за те, що завітали до нас у студію. Нам було дуже приємно. Думаю, глядачам теж. Не сумніваюся навіть. До побачення. Спасибо. До побачення. До свидания. Приходите на спектакль.